200 тысяч семей Донбасса получат помощь из первого эшелона гуманитарного рейса Рената Ахметова. Уже на этой неделе помощь получат жители освобожденных городов Мариуполя, Новоазовска, Першетравневого, Волновахи, Славянска, Красного Лимана, Авдеевки, Углегорска, Дебальцево, Артемовска, Курахова и Доброполье. Параллельно гуманитарный штаб «Поможем», привлекая волонтеров и представителей местной власти, ищет возможности доставки помощи в города, где идут военные действия. Это Донецк и прилегающие населенные пункты. Напомним, 100 грузовых машин доставили из Днепропетровска в Мариуполь продукты, детское питание и средства гигиены. Там груз, а это более 2000 тонн, разгрузили и расфасовали волонтеры холдинга «Мединвест».